Чаще всего тортики заказывают женщины, но этот торт заказал мужчина. И это был один из самых милых заказов, которые я брала. Тортик предназначался для празднования дня рождения, на котором молодой человек планирует сделать предложение своей возлюбленной. В задании было сделать нежный воздушный тортик в минималистическом стиле. Мы выбрали тортик «Молочная девочка» и декор из вафельной бумаги. Вафельную бумагу я нарезала на квадраты, слегка смочила ее влажной кисточкой с обеих сторон и собрала вот в такие валаны. Пока детали сохнут, для надежности я закрепила их канцелярским зажимом. Для верха торта я нарезала квадраты поменьше, для низа торта детали были более крупного размера. На торте я закрепила детали с помощью растопленного шоколада и фризера. Получилась вот такая юбочка у торта, сверху я дополнила его свечками и красивым топером. Клиент остался очень доволен. А как вам такая идея декора? Еще больше идей по оформлению тортиков вы сможете найти на моем телеграм-канале. Ссылочка в описании под этим видео. Обязательно подпишитесь.